Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем. Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками вот с такими интересными. С ними мы уже давно-давно работали. но ну и с новым узорчиком. Сразу хочу заметить, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики универсальные, поэтому подойдут под любую пряжу. А я покажу, какой пряжи буду пользоваться сегодня я. Это называется пряжа YarnArt Baby. Кто еще не знает, новички, смотрите. Это получается у нас стопроцентный акрил. в 50 граммах 150 метров. Вот такие вот небольшие моточки. И производитель советует брать крючок вот 3,5 миллиметра. То есть я возьму два цвета да вы можете брать два цвета 1 3 5 10 сколько угодно крючок я подбираю как у меня написано три с половиной миллиметра вы подбираете под свою пряжу договорились ну что свяжем Итак, начну я с беленькой ниточки рапорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек я наберу получается допустим 5 рапортов это получается 5 5 25 и далее я наберу еще одну воздушную петельку, чтобы узорчик ровно закончился. А также я хочу добавить еще по 3 кромочных столбика для того, чтобы красиво узорчик лежал. Это получается еще плюс 6 петелек. Итого 26 плюс 6 32 воздушные петельки. Ну, вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда: вначале мы делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, четыре.

3, 4, 5, накид, в пятую петельку ныряю, вытягиваю ниточку, провязываю по 2 петельки, получается у меня столбик с накидом. Накид, в следующую петельку опять ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю еще один столбик с накидом. И у меня получается 3 столбика, вот вместе с 3 петельки подъема, это имитация столбика. Раз, два, три. Три столбика я провязала. Далее, смотрите, воздушная петелька и пропускаю одну петельку в цепочке, накид через петельку я так перепрыгиваю и в следующую петельку ныряю и провязываю столбик с накидом раз, столбик с накидом в следующую петельку цепочки два, шагая по порядку, дальше накид, в следующую петельку столбик с накидом 3 и в следующую петельку столбик с накидом 4 то есть получается, вот мой уже узорчик начался. Воздушная петелька, 4 столбика. Вот эти получаются три столбика кромочные. Дальше идет повторение. Опять вот такое окошечко, воздушная петелька и 4 столбика. То есть вы дальше будем уже повторять. Итак, воздушная петелька, пропускаем одну петельку в цепочке. И в следующую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Следующую столбик с накидом. Два. Следующую столбик с накидом. 3 следующую столбик с накидом 4 понятно да вот так и шагаете окошко столбики окошко столбики дальше окошко столбики окошко столбики до конца вашего образца а в конце мы рядом встречаемся договорились посмотрим что у вас получилось давайте ничего сложного так смотрите вот наш первый ряд узорчика готов помните наши три кромочных столбика в начале ряда да и точно так же я делаю 3 кромочных столбика в конце ряда. Вы можете делать 3 кромочных, вы можете 2, 1, 5 столбиков, можете не делать, то есть на ваше усмотрение. Смотрите, последний столбик я провязала не до конца, я оставила 2 воздушные петельки, я хочу присоединить новый цвет. Пусть в моем случае это будет такой вот нежно-зеленый, как молодая травка. Так, смотрите, кто будет также присоединять ниточку, наблюдайте, кто не будет присоединять, просто продолжайте той же самой ниточкой. Итак, две последние петельки провязываю новой ниточкой. Оп, видите, ряд закончился белым цветом, но в процессе вязания уже есть зеленая ниточка. Далее, смотрите, что мы делаем. Вот так вот кончик слева-направо перед рабочей ниточкой и провязываем воздушную петельку. Раз. Обратно, справа-налево ниточку перед рабочей ниточкой, да. Вторую петельку воздушную. И точно так же слева-направо путаем, как бы, да, хвостик третья воздушная петелька. То есть нам по узорчику необходимо сделать три воздушные петельки. И данный кончик мы можем спокойно отрезать. У нас ниточка запутана, она нам зафиксирована. Все. Идем дальше. Поворот. И будем провязывать сейчас зеленой ниточкой. Но какая особенность? Смотрите. Мы захватим с собой белую ниточку и протянем вдоль ряда белую ниточку. Пока повторяйте, потом поймете принцип зачем. Итак, накид зелененькой ниточкой, беленькая лежит на ряду, Захватили следующий столбик, видите, верхушку и ниточку тоже. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. Накид. Следующий столбик точно так же провязываем столбиком с накидом. Видите? То есть получается вот наши три кромочных столбика. Далее по узорчику у нас идет воздушная петелька, и мы повторяем воздушную петельку. Далее идут у нас 4 столбика с накидом. Мы провязываем только пока 3. Ниточка беленькая идет с нами. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. А далее, смотрите, самое интересное. Делаем накид и возвращаемся к первому столбику беленькому. Понятно? Итак, возврат, возвратились. Вот таким образом захватили столбик. Как мы рельефные столбики провязываем сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. Берем поудобнее как нам удобно подтягиваем до высоты столбика, не провязываем, держим на крючке. Раз. Накид сюда же точно так же. Два. Накид сюда же. Три. Накид сюда же. Четыре. Накид сюда же. Пять. Вы можете делать больше накидов петелек, можете меньше. То есть мы будем делать сейчас пышный столбик и... Чем больше вы сделаете петелек накидов, тем больше пряжи вы потратите, но зато будет пышный столбик у вас очень эффектный. Итак, провязываем до двух петелек вот таким образом затем две петельки вместе и у нас получился пышный столбик который вот так вот наискосок лежит видите вот и вспоминайте мы провязали 3 столбика у нас остался последний столбик вот мы его провязываем столбиком с накидом вот такая красота далее нам необходимо будет сейчас переключиться на беленькую ниточку. И поэтому, чтобы это было ровненько, аккуратно и незаметно, мы получается в этом столбике вот именно последние две петельки провяжем давайте беленькой ниточкой она у нас аккуратненько поднимется и будет красиво есть теперь у нас получается зелененькая ниточка идет вдоль ряда беленькой провязываем воздушная петелька дальше 3 столбика с накидом 1 2 3 Теперь получается точно так же провязываем пышный столбик, возвращаемся к первому столбику на ряд ниже. Накид. Захватываем первый столбик вот таким вот образом. Так, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. Раз. Потянули хорошенько. Накид. Точно так же. Два. Накид. Три. Накид. Четыре. Накид. Пять. Все вместе провязали до двух петелек. Две петельки вместе провязали. И остается последний столбик. Мы его провязываем вот столбиком с накидом. И помните, да, последние две петельки мы будем провязывать с зелененькой ниточкой. Аккуратненько раз переключились. Оп, зелененькая ниточка. Видите, вот такая получается картина. Далее воздушная петелька, накид. И точно так же три столбика провязываем обычными столбиками с накидом. А после третьего столбика провязываем пышный столбик. Помните, да? Вот. И вот таким образом. Чередуете. В моем случае зеленая, белая, зеленая, белая, зеленая, белая. В вашем случае это может быть любая другая расцветка, либо одним цветом. Все, давайте вот так вот до конца ряда. В конце ряда встречаемся, посмотрим, что получается. Давайте. Так, смотрите. Вот мы довязали до конца. Вот мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Три кромочных столбика. И последний, когда кромочный столбик провязываем, то, смотрите, мы, получается, должны будем захватить с собой беленькую ниточку, ну, как бы поднять ее, да, потому что мы дальше будем ее протаскивать с собой. Итак, вот мы, видите, аккуратненько ее подняли. Дальше 3 петельки подъема этой же ниточкой зелененькой. Раз, два, три. Поворот. И беленькую будем тянуть за собой. Итак, вначале мы провязываем наши скромочные столбики. Столбик с накидом. Раз. И еще один столбик. То есть мы заканчиваем и начинаем ряд всегда тремя столбиками с накидом. Понятно, да? Далее повторяем по узорчику, получается. Воздушная петелька, и мы делаем воздушную петельку. Далее вспоминаем, вот у нас было 4 столбика. Раз, два, три, четыре. И мы провязываем эти столбики, беленькую ниточку тянем с собой. Провязываем столбик в столбик. Раз столбик с накидом. Далее, вот наши столбики. Раз, два, три, два. Столбик с накидом. Три. Столбик с накидом и 4 столбик с накидом. То есть повторяем полностью наш узорчик. Дальше, видите, опять идет воздушная петелька и наши 4 столбика. Раз, два, три, четыре. Мы провязываем их. Раз, столбик с накидом, два, столбик с накидом, три, столбик с накидом и 4 столбика с накидом. Ну, не сложно, да? То есть вы повторяете то, что, у вас было в предыдущем ряду. Вот. Вот такая получается нужна красота. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали наш ряд зелененькой ниточкой. Все ровненько, аккуратненько. Закончили опять тремя столбиками нашими кромочными. И здесь я переключаюсь опять на белую ниточку. Вы можете переключаться, как и я, на первую ниточку. да? Можете уже на другой цвет вообще переключаться на ваше усмотрение. Итак, две последние петельки провязала. Три воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот и опять тащим за собой ниточку. В этом случае зеленая будет. Накид. Опять провязываем наши кромочные столбики. Раз, сюда, два. Воздушная петелька. И теперь смотрите. Будем провязывать точно такой же, как в ряду с пышным столбиком, только получается беленькая ниточка. То есть над зелененьким будет беленькая. Итак, беленькую тянем, ой, зелененькую тянем с собой, видите, да? Провязываем беленькой. Раз столбик с накидом, два столбик с накидом, три столбик с накидом, есть. Теперь возвращаемся к первому зеленому столбику, опускаемся немножко ниже и провязываем пышный столбик. Нырнули вытягиваем аккуратненько ниточку подтягиваем их хорошенько накид второй раз сюда же в этот же столбик накид третий раз накид четвертый и пятый провязали зафиксировали и последний столбик с накидом переключаемся на зелененькую ниточку аккуратненько раз воздушная петелька и опять провязываем 3 столбика уже зеленой ниточкой. Беленькую тянем с собой. Раз. Два, три. Возвращаемся на ряд ниже к первому зеленому столбику. Накид. Захватили как рельефный столбик. Захватываем. Рельефный лицевой, да. Взялись поудобным. По поудобнее. Опа! Подтянули. Раз два, три, четыре, пять. Провязали, зафиксировали. И последний столбик, когда провязываем, уже переключаемся на беленькую ниточку. То есть принцип понятен, да? Получается, у нас как бы в шахматном порядке будут располагаться наши пышные столбики. Вот, над зелененьким беленькая, над беленьким зелененькая. Понятно. Давайте до конца ряда. То есть вы сейчас провязываете. Мы провязали, я, например, провязала белое-зеленое. Дальше у меня будет белое-зеленое. белое, белое кромочные Ну, а у вас как по-другому, да, как-то будет. Возможно, другие цвета. Давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали еще наши пышные столбики. В данном случае у нас получается, ну, вот у меня три беленьких и два зелененьких. Закончила я. Также три кромочных столбика. И когда последний, получается, столбик буду провязывать, я подтяну зелененькую ниточку. Так, как бы. Оп. И провязываю беленькой. И возвращаюсь я обратно беленькой ниточкой зеленую провязываю с собой. Протягиваю. Раз, два, три. Поворот. И провязываю точно так же все столбики, как мы провязывали. Столбиками с накидом. Там, где воздушная петелька, воздушная петелька. И видите, зелененькую протягиваю с собой. Итак, воздушная петелька. Идем. Вот наши 4 столбика. Мы их провязываем. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Ниточка зелененькой со мной. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Понятно, да? Вот. Несложно все то же самое повторяете. Там, где воздушная, воздушная. Там, где 4 столбика, 4 столбика. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики. Все по узорчику. И смотрите, когда мы провязываем последний столбик кромочный, да, опять переключаемся на зелененькую ниточку. Чтобы вы не запутались, когда мы переключаемся. да. Смотрите, два ряда зеленых, два белых. Дальше будет два ряда зеленых, два белых. Ну, в моем случае. Итак, переключаюсь на зелененькую ниточку. Подтягиваю беленькую, провязываю 3 воздушные петельки, поворот и тяну за собой теперь уже беленькую ниточку. Понятно, да? Провязываю столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. И теперь смотрите: я буду повторять точь-в-точь точь. вот наш второй ряд. Вот этот беленький был первый ряд, второй ряд. Я буду провязывать сейчас столбики зелененьким, и над беленьким буду делать зелененький пышный столбик. Потом переключусь на белую ниточку. И над зелененьким сделаю белую. Поняли, да? То есть тут принцип какой? Просто расположить все получается наши разноцветные пышные столбики в шахматном порядке. Несложно? Несложно. Все, я надеюсь, что принцип уже вам понятен. Давайте сделаем несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться очень красиво. Все, встречаемся, черница рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот в моем случае получается какая красота. Располагается в шахматном порядке. Шишечки, видите, да, пышные столбики. Очень даже неплохо, согласитесь. Это получается у нас лицевая сторона. Изнаночку смотрим. Ровненькие, аккуратненькие квадратики. Не стыдно показать, да? Лицевая сторона, думаю, что вам нравится больше. Вот такая вот красота. Заметили, да? Зелененькая, беленькая, зелененькая, беленькая. Тут наоборот, белый, зеленый, белый, зеленый. То есть не ошибетесь, когда будете вязать, да. И точно так же шагаете, контролируйте себя по горизонтали. То есть по вертикали и по горизонтали. Вот. Что это может быть? Из данной пряжи, да, вот акрил, это может быть детские пледики, могут быть, могут быть, кофточки или почему бы и нет, да, шарфики. Тоже интересно, шикарно, снудики тоже здорово, мягенькая пряжа. Если это будет летняя пряжа, пробуйте из любой пряжи. Это могут быть интересные топики, маечки, летние кардиганы, летние кофточки. Если это будет зимняя пряжа, такая большая, толстая, гляньте, какие эффектные будут да, пышные столбики. Так, в моем случае вот так вот тянется и вот так вот тянется. Вот, давайте замерим красоту. Я набирала, получается, 32 воздушные петельки. Если брать точно так же мою пряжу, мой крючок, мою плотность вязания, что это у нас получается ну вот практически 17 сантиметров видите 16 с хвостиком и здесь у нас получается очень удобно посчитать вот по нашим рядочкам раз два три 4 5 6 7 8 все и заканчивать тоже можно очень удобно столбиками с накидом ничего сложного это получается вот смотрите 9 сантиметров здорово здорово. Берите любую расцветку, пробуйте и из секционной пряжи, из меланжевой пряжи. То есть вас никто не останавливает, да. Вы большие дизайнеры, пробуйте. Возможно, это у вас будет палантинчик, накидушечка, на там вот можно чехол, да. А представьте, если это будет у вас сумка, полиэфирный, да, полипропиленовый шнур, либо это будет коврик с массажным эффектом, тоже интересно. Если кто-либо вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали нам интересно, какой пряжи что получилось. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать. Девчата почитают. Ну что, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Сохраняйте себе в плейлистах. Делитесь с друзьями, с подружками. Сейчас у вас на экране появятся различные ссылочки на видео, на плейлисты. Заходите, гуляйте по каналу, смотрите видео. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.